Спонсор прогноза погоды – аптека.ру. Где все это искать? И сколько это стоит? Дешевле, чем ты думаешь. Все закажем на аптека.ру. Аптека.ру. Всегда выгодно. В понедельник в Самарской области будет облачная погода с прояснениями, осадки в виде дождя и снега. Днем минус 2, минус 6 градусов, ночью 0, плюс 2. Ветер южного, юго-западного направлений будет дуть со скоростью 2-4 метра в секунду. В Сызрани небо закроют облака, пройдет дождь. Днем минус 1 градус, ночью плюс 2. Ветер юго-западного направления 3 метра в секунду. В Тольятти ясно, вечером дождь, днем минус 2 градуса, ночью плюс 2. Ветер южный 4 метра в секунду. В Самаре малооблачно, вечером возможен небольшой снег, днем минус 4 градуса, ночью плюс 1. Ветер юго-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 93%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.